Здесь есть кто? Кто дома здесь есть здесь? Первый абитуриент. О, вы пришли учиться у нас. В наши застенки. Не бойтесь, я профессор. У нас есть CGI. Я люблю CGI. Это вы сделали? Я? Да бросьте. Я не занимаюсь 3D уже 10 лет. Я профессор. Я заведую кафедрой зоологии в нашем Омском мединституте. У меня много имен. Я полено, застрявшее в болоте. Я валежник из Стригина. Я помойное ведро. Я Федор. Я собеседую вас на должность лаборанта в нашу лабораторию. Это серьезно. Вы будете сидеть за осциллографом, измерять напряжение. Я ничего не понимаю. Не нужно ничего понимать. А в осциллографе уже все есть. Кнопки, ползунки. Там вы будете пользоваться щупами, разность потенциалов, и сигналы будут визуализироваться при помощи дисплея. Смотрите, это современная лаборатория. Используется советское, зарекомендовавшее себя временем, оборудование мощностью 1300 киловатт. Но мы должны убедиться, что вы соблюдайте технику безопасности. Неважно. Луна близко. Скоро зачетная сессия. Мы уже распечатали для вас зачетную книгу. Это зачетная книга. Возьмите. Скоро сдача дисциплин. Буквально уже через 15 минут первый экзамен. Подготовьте сдать квантовую механику, термодинамику, валеологию.